Музей имени Николая Лобачевского – самый молодой музей Казанского федерального университета. Открытие состоялось в день рождения великого ученого-математика – 1 декабря. Несмотря на свой возраст, музей полон различными экспонатами, о которых знают не так много людей. Мы находимся с вами в голубой гостиной музея Николая Ивановича Лобачевского. Сейчас это зал лауреатов премии Лобачевского. Она была учреждена в 1895 году. Идея принадлежит Александру Васильевичу Васильеву, председателю физико-математического общества. Специально для премии была создана и медаль. Медаль вручалась рецензентам. Первое вручение состоялось через два года, в 1897 году. На протяжении двух лет осуществлялась переписка между Васильевым и Васютинским. Менялась идея того, что будет изображено на лицевой и оборотной стороне медали. Каждую среду редакция «Универньюз» будет рассказывать про необычные экспонаты музея имени Лобачевского. Ранее мы уже рассказали про портрет молодого человека и развеяли миф о том, что на портрете был изображен ректор Казанского университета. А какой предмет музея попадет в эфир следующим, ты узнаешь только через неделю. Олег Кашин, Светлана Фролова, Роман Самарин, «Универньюз».